Всем привет! Настало время годного контента на Ютубе. А впрочем, ничего нового. И сегодня мы с вами будем делать распаковку, макияж, тест и все такое прочее косметикой BTS. Ну а если быть точнее, то BT21 как-то так. Что такое косметика BT21? Это коллаборация BTS с брендом LINE. Изначально проект задумывался как серия стикеров для приложения, но постепенно развился в нечто большее. И теперь BT21 выпускает буквально все. От клавиатур, обуви, одежды до косметики. Существуют целые магазины со всем этим добром. Из персов, которые придумали BTS, есть пони по имени Ман, его создал Джей Хоуп. Розовый заяц, он не всегда был таким, тут его концепт, что это? А это что? В общем, это заяц с телом качка и мордой няшки, да, в общем, Чонгук постарался. В общем, моя больная фантазия захотела посмотреть, как будет выглядеть не заяц с телом качка, а качок с телом зайца. Да, это жестко. Чимин придумал этого желтого щенка по имени Чими. А это самый странный персонаж. Красное сердце, инопланетянин Тата от Ви. Вот этот мне особенно нравится. Он такой прям милый-милый. Это альпака RJ. Придумал Джин. А это печенье Шуки, которого придумал Шуга. И последний это Куала от рэп-монстра, которого назвали Коя. Один из персонажей, вот этот вот, который выглядит как робот, это персонаж, который олицетворяет ARMY. Это робот-защитник. Понимаете, да, степень любви группы своим фанатам? Благодаря этой коллаборации появились вот такие вот персонажи. Как вы уже понимаете, что каждый участник группы создал своего персонажа, и теперь этот персонаж представляет какую-то вещь. Надувной. Ну. Ладно, я хотела сделать бум, но не получилось. Бум! А вот и пошла косметика. Это, походу, какой-то подарок мне прислали. Что это? О, да, это какой-то чай. О, боже мой. Обалдеть, вы себе просто не представляете, какое это качество. Я держу это сейчас в руке, и мне просто максимально хорошо. Собственно, так выглядит косметика, которую я заказала. Несмотря на мультяшное оформление, все упаковки очень качественно выполнены. Хотя, если честно, за эту косметику было заплачено, внимание, порядка 18 тысяч рублей за 7 предметов. Поэтому было бы странно, если бы качество упаковочек было бы такое себе. Ох, мне уже не терпится макияж сделать. Макияж я буду начинать вот с такой вот осветляющей базы под мейк. Запах весьма приятный, он очень деликатный и пахнет, знаете чем? В хорошем смысле слова пахнет пудрой. Очень приятная консистенция, хорошо легла. Очень-очень приятно, практически сразу впиталась. На лице осталась легкая пленка, но я не скажу, что это как-то портит или что-то еще мое впечатление. Подожду пару минут, чтобы она нормально впиталась, и после этого буду наносить уже кушан. Всего этих баз было несколько. Была сиреневая, была зеленая. Сиреневая база маскирует желтизну кожи, зеленая база маскирует красноту кожи. Но я решила остановиться на белой, так как мне кажется, для меня это самое подходящий вариант, так как ни желтизну, ни красноту мне особо маскировать не надо. Время тона и кушан с альпакой. Ох, как же мне нравится. Этот кушан обещает максимально естественное покрытие. То, что спонжик черный, это очень необычное решение. Я не знаю, как это будет в далекой перспективе, но пока выглядит очень приятно. И ты сразу видишь, какое количество тонального крема ты уже себе взяла. Кстати, да, также это дополнительная мотивация, как можно чаще его мыть. Потому что на белом кушане или на бежевом, тем более, совершенно не видно, насколько вообще степень загрязнения катастрофическая. А здесь будет видно все. Огромный минус этой косметики заключается в том, что выбор, например, тонального крема очень-очень-очень маленький. То есть, скорее всего, если у вас загорелая кожа, вы себе не подберете вариантов, потому что выглядит это как-то так. Также еще бывают кушаны с собачкой, максимально плотное покрытие, сердечком дает сатиновое покрытие и с зайцем, который дает влажный финиш.
И с роботом, кстати, еще бывает, который дает охлаждающий эффект, но я вообще не поняла, что это за тип покрытия охлаждающий. Если не считать момента с оттенком, больше у меня никаких претензий, да каких претензий, у меня просто больше даже вопросов никаких к этому кушану нет, потому что покрытие очень плотное, оно практически не имеет запаха. У меня ничего не скаталось на лице, ничего пока никуда не утекло, все на своем месте, нигде ничего не забилось, ну, по крайней мере, пока. Следующий продукт, который я хочу посмотреть, это контурирующий стик. Опять-таки, вот в версии этих стиков было представлено несколько продуктов. Например, хайлайтер, праймер под макияж в форме стика и цветной корректор красного цвета для нейтрализации синяков под глазами. Я остановилась на стике для контуринга, так как для меня это приоритет по необходимости. Цвет у него так визуально достаточно приятный, он без теплоты, то есть вряд ли он будет рыжить. Выглядит все очень-очень достойно. Да. Мне определенно это очень нравится, очень-очень классное нанесение. Кстати, расскажите в комментах, кто из персонажей вам понравился больше всего. И если вы слушаете BTS, то совпал ли ваш BS с созданным им персонажем? Мне, например, нравится Ви, но мой фаворит это альпака и заяц. Собственно, я закончила контуринг, мое лицо вместе с ним выглядит вот так вот. Ну и вы мне сами скажите, как считаете, стало лучше или стало хуже. Что касается консилера, у меня к нему никаких вообще вопросов нет. Он очень классный по цвету, он достаточно хорошо растушевывается, несмотря на то, что я растушевывала его вообще вот такой вот штучкой, потому что я куда-то делала мой растушевочный спонж, и не могу его найти, поэтому мне пришлось, так сказать, подручными предметами исправлять ситуацию. И мне кажется, учитывая этот факт, то просто круто. Самое время приступить к макияжу. Век. Вот эта палетка. Этих палеток две штуки. Одна с более рыжими цветами, вторая с более розоватыми оттенками. Ну, откройся же, блин, а. Нет? Нет? A few moments later. Да, короче, здесь были проблемы с открыванием. Кисточка в наборе. Внезапно, кстати, вроде даже кисть неплохая. Очень красивые цвета. О, боже мой. Даже чудо какое-то. И даже не сыпется. Посмотрите, у меня вся нижняя века вообще без намека на то, что на него что-то просыпалось. При том, что это очень-очень-очень блестящие тени. Я вот сейчас наношу всю эту косметику, я в полном очаровании. Я давно не получала такой кайф от косметики. Самое приятное это то, что я могу это трезво оценить. Я в том плане то, что я все-таки не профессиональный визажист, я не заказывала курсы для макияжа. Я, так сказать, народный бьюти-блогер. Кстати, к теме о профессионалах, вы знаете, тут недавно произошла сама такая история удивительная. Меня номинировали на премию лучшего бьюти-блогера России. И я такая, чё? А потом, когда я посмотрела, кто там со мной еще стоит, и я такая, чё, номер два. И выбирать лучшего будут не какие-то левые люди, а подписчики. И вы знаете, я буду безумно счастлива и безумно благодарна, если вы за меня проголосуете в этом конкурсе. Для меня это очень важно. Но, блин, я реально очень вас прошу, если вы за меня проголосуете, я буду самым счастливым на свете. И я не знаю, проголосуйте за меня, пожалуйста. Следующим цветом я хочу использовать вот этот вот персиково-розоватый. Мне он очень нравится. Смотрите сами. Боже мой! Я в шоке от того, как и особо небрежно я сейчас наношу эти тени, и они не осыпаются. Да ё-моё! И теперь его же наношу на нижнее веко. Наверное, смешаю вот с этим, чтобы не так блестящий именно красный цвет был. Мне кажется, что глаза сразу стали выглядеть сильно свежее и просто больше, здоровее, прекраснее, я не знаю, красивее. А, я не знаю, просто в восторге. Теперь я хочу нарисовать маленькую стрелочку. Для этого я буду использовать вот этот вот самый темный цвет из этой палитры. Надеюсь, она ничего не испортит. И, конечно же, прорисую мешочек как раз вот этим вот контуринговым цветом. Кстати, возможно, этот цвет создан именно для того, чтобы делать этот мешочек. И да, в таком случае эта штука очень даже нам поможет. Ну-ка. Просто очаровательно. И вот тут тоже прямо-таки хочется пожаловаться, потому что я хочу дальше наносить тушь. Но туши у этой косметики нету. И что, я теперь должна вот этот вот Chanel No Name добавлять вот к этой вот прекрасной божественной косметике? Пфф, смешно. Для самых маленьких поясняю, это мое особое чувство юмора и сарказм. Да, это сарказм. Chanel не является No Name'ом, это так-то достаточно известный бренд.
офигеть, как нравится макияж глаз. Хочу только тушь быстро сделать, быстро-быстро нанесу и вернусь к вам. Магия туши. Я выбрала кремовые розовые румяна от нашей коняшки Манго, но было еще несколько вариантов. Кстати, вот первые кремовые румяна в таком формате, в формате кушина, я их не пробовала до этого вообще, поэтому для меня это сейчас будет особый интерес. Надеюсь, я ими не переборщу. Они, по-моему, пахнут какой-то клубникой или типа того. Обалденный запах на самом деле и обалденная консистенция. Мне, к сожалению, в данном случае не с чем сравнить, поэтому я не могу сказать, сильно они хороши или сильно плохи, именно с точки зрения того, в сравнении, да? Но я могу сказать, что как отдельный продукт, который я пробую первый раз, мне определенно нравится. Когда вы досмотрите это видео до конца, обязательно напишите, какой продукт вам понравился больше всего и какой бы вы хотели потестировать. В общем, конь, ты меня не разочаровал. Ты был конь, ты молодец. Коняшка. И вот эта странная штука для бровей. Такого я не видела вообще никогда ни у кого, даже на картинках. Что это, я не знаю. Так, ну, скорее всего, это для прорисовки. Боже, почему у них нет остальной косметики? Почему там нет пудры? Почему там нет туши? Почему это так хорошо? Почему это так хорошо? Почему? Это настолько хорошо, что мне даже стыдно. Что мне уже даже стыдно, что это настолько хорошо, я не могу это покритиковать. Это, наверное, самая пигментированная тушь для бровей, которая у меня когда-либо была. И не надо было высветлять и застрадать этой фигней себе брови. Да, ребят, я высветлила себе брови, поэтому многие из вас пишут мне, а что с тобой в последнее время случилось? Ничего не случилось, просто я высветлила свои брови, они стали ярко-рыжими. И когда накладываешь на ярко-рыжие тональные, и потом еще пытаешься их покрасить более темные, получается какая-то ерунда. Так что, да, теперь я просто жду, когда мои брови обрастут, и чувствую, у меня уже больше не будет никакой с ними проблемы. Я смогу, если захочу сделать их светлее, просто воспользоваться вот этим вот великолепием. Спасибо тебе, чудесная альпака, мама дорогая. Даже как-то стыдно на себя смотреть, почему такой кавай. Это просто последний шанс на то, чтобы показать, что эта косметика все-таки не настолько прекрасна и хороша, как она есть. Пахнет. Реально бесит уже. Это как будто, знаете, пахнет малиновой жвачкой. Именно не малиной, не жвачкой, а малиновой жвачкой. Малина плюс лесные ягоды. Вот так пахнет. Пахнет круто, я люблю такой запах. Стараюсь сделать что-то вроде градиентных губ, поэтому сейчас я замазываю тональным кремом свои губы. Да, ребята, это косметика BTS. И вот мой макияж, который я сделала, я, скажем так, не сильно запариваюсь. Он просто прекрасен. Честно, мне очень нравится эта косметика. Я даю ей максимальный балл. Сейчас я буду с этой косметикой в течение целого дня гулять, ходить, бродить. И через несколько часов, часов через 6, через 7, я снова включу эту камеру. И мы вместе с вами посмотрим, на что будет похож мой макияж после целого дня. В общем, я вернулась. Моя прическа уже просто умерла. Умерла вместе с моей надеждой на то, что эта косметика будет плохой. Потому что эта косметика офигенная. Как вы видите, на моем лице все держится. Да, немного кожа блестит. Естественно, за целый день ни разу не припудривая, ничего удивительного. Но все остальное просто шикарно. Короче, я в восторге. Это очень круто, это здорово, это уровень. И я вообще в очаровании. У меня сегодня очень приятное послевкусие после снятия этого видео, после нанесения этой косметики. И я просто счастлива. Я надеюсь, что вы тоже получили удовольствие от просмотра этого видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, тык, подписывайтесь на мой инстаграм. И я буду бесконечно счастлива, если вы проголосуете за меня вот в этой вот номинации на блогер года. Ну что ж, я не хочу с вами прощаться. Оцените-ка лучше мой макияж при помощи корейских трендов.